Всем привет, велосипедная комьюнити! Вот такое вот необычное видео, коротенькое, офф-топ. Я сегодня решил вот смазать велосипед, велосипедную цепь вот эту вот смазкой, смуви, парафиновой. То есть у меня есть видео на канале, то, что я вот ей вот смазывал, промазывал. Что-то давно не смазывал, надо вот сейчас смазать. И подкачать колеса. Вот у меня такой вот самый дешевый, 900 по рублей, по-моему, брал. Насос, я про него вам рассказывал. Вот здесь вот 80 пин, до 100 показывает. Здесь вот индикатор. Сейчас даже 80 нету, нужно подкачать хотя бы 90. И вот офф-топ, вот эти баклажки 20-литровые, наполненные песком и водой. То есть это я занимаюсь с ними. То есть другой инвентарь уже есть, блины, советские железо, штанга, гантели. Но они все равно присутствуют в занятиях. По 38 килограмм каждая. Представляете, как я с ними занимался, я поднимал их. Еще блины скотчем на них, гантель наматывал. И у меня получалось вес больше 100 килограмм. То есть вот такие вот блины, вот эти вот я наматывал. У меня там еще с лодкой занимался, вот эти блины. И там еще у меня распиханы по всей комнате железяки, железо всякие, штанги, гантели. Просто их сейчас не видно. Еще хочу сказать то, что заказал повербанка благодаря матрасу гравийному. Он задонатил мне приличную сумму. То есть там в описании у меня ссылочка была. Он мне вот неожиданно задонатил. Вот я заказал заказ, доставка. Такой же повербанк, почти 1000 рублей там со скидкой. И провод подлиннее, только черненький. У меня беленький был, а я черненький заказал. Так вот, я хочу сейчас быстренько смазать вот это дело все. Пины промазать. Велосипед подготовить, как говорится, к следующему заезду, чтобы куда-нибудь распространиться, съездить, покататься. Как я смазываю цепь? Я просто вот так на каждый пин по чуть-чуть, вот так вот капельками. Видите, какая капелька? Это парафиновая смазка, беленькая. Она потом высыхает и ничего не видно. Ой, пропустил. По чуть-чуть. Каждую вот так вот. И снизу тоже. Тряпочку с собой взял, чтобы вытирать тряпочку на этот розовый лист. Я ее покажу. Каждый пин по чуть-чуть, вот так вот прокапываю, а потом пальчиками, каждый пин вот этот прокручиваю, пытаюсь прокрутить, видите, наверное, даже много смазки, вот так вот, по чуть-чуть, и снизу тоже вот так вот прокручиваю каждый пин, чтобы все впиталось туда, прокрутилось, вот эти вот, каждый пинчик, который крутится, маленький, а потом приходится подождать, наверное, ночью, чтобы вся смазка вот эта высохла, вода испаряется, остается вот парафиновая вот эта смазка, парафин. Потом вот так вот делаю, и каждый пин дальше вот так вот, пока всю цепь не промазываю, не смажу, и все. В принципе, и все, вот так вот дальше и продолжается. Каждую, вот тут видите, кстати, у меня с прошлого заезда, вон, сено на поле вылезли, чисто на целое поле, где вот, наверное, там потеряли этот самый повербанк, или я не знаю, либо где-то раньше, думаю, ну, на поле мы выскочили, и тут вот в кассете осталось, надо почистить, вот даже прям с того поля вот это все вот дело, сенокос, сено прям оставшееся. Кстати, вот подкачать надо до следующего, а то можно проколоться. Можно хорошенько проколоться где-нибудь, если не слишком докачанные колеса, особенно на бордюрах где-нибудь можно хорошенько влупиться. Инвентарь спортивный стоит. Я могу вам как-нибудь и чисто отдельно про этот спортивный инвентарь снять что-нибудь интересное. У меня тут столько много интересного. Ну, кому интересна вообще эта тематика? Там у меня вон турничок с брусьями. Вообще отличная тема. У меня балкон ремонтируют, все вот это дело, поэтому у меня в комнате стоит. Вот эти колеса, все вот это все с балкона вытащил, потому что у меня ремонтируют. У нас фасад ремонтируют, то есть там люльки у нас там, и они ездят там, сначала шпаклевали весь фасад и балконы. Балконы начали ремонтировать, ребят, стены, потолок, и даже пол, представляете? Ладно, давайте вот подкачаем уже вот это самое, надо колеса немножко подкачать. Матрасу гравийному огромнейший респект и огромное спасибо. Это просто вовремя, после отпуска, такой вот донат огромнейший задонатил. Это очень сильно помог, и вот я купил для велосипеда, может быть, даже еще что-нибудь прикуплю, если получится. Это просто невероятно, не ожидал, просто спасибо, это очень помогло. Давайте немножко, смотрите, PlayStation 4 и телевизор. Подкачать, надо до 100 пин, наверное, подкачать все это дело. Или хотя бы 90, потому что я не хочу прокалываться, хотя у меня с собой три покрышки. Хотя у меня с собой три покрышечки запасные есть, две, по-моему, клеенные, и одна целая, новая, по-моему, я уже не помню. Давно не прокалывался. Фу-фу-фу. Куда-нибудь.
постучать. Вон, вон, смазка смуви лежит. Смотрите, я сейчас еще дальше все прокапываю. Сейчас вот эти дела все подкачаю колеса, потому что тяжело. Тут вот этим насосом очень тяжело. Очень тяжело. Вот я тряпочку розовенькую оставил. Тут все лучше, где вот смазка у меня смуви, вот эта белая остается. Я протираю. Велосипед-то помыл велосипед после прошлого заезда, ребята. И сено как-то надо повытаскивать отсюда. Просто повытаскивать, ребята. Ладно, вот такое вот маленькое видео, небольшое просто получилось. Я вам тут чуть-чуть поговорить с вами, пока вот эти дела делаю. Подготавливаю велосипед. И спасибо матрасу Гравийному передать. Это огромнейший донат. Прилично задонатил человек. Надеюсь, до следующих включений. А вот у меня вот сам вот пауэрбанк розовенький. Он в первых видео у меня присутствовал. Он у меня как бы заряжается. И саму камеру это заряжает. Он как бы поддерживает эту камеру. Он поддерживает только. И она очень сильно нагревается. Мне страшно становится. Не знаю, получится, не получится снять что-нибудь в ближайшее время. Посмотрим. А пауэрбанк придет только через неделю, где-то в следующую субботу. Там написано. Ну ладно, всем спасибо за внимание. Всем добра и удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Комментируйте эти дела все, конечно. Пока! Вот такое вот видео офф-топное. Ребята. Сейчас, наверное, сразу смонтирую его. Ну, вот эти дела просто. По 38 килограмм я с ними, ну, как бы достал, доводил их. Скоро, наверное, колодки нужно менять. Посмотреть вообще, как они в каком состоянии. Даже не смотрел ни разу. Ну, давайте, пока!